В эти дни принимают поздравления Галина Андреева, одна из создателей Приднестровья, ей 76. В начале 90-х Галина Андреева возглавила женское движение. Женщины выходили на рельсы, выбивали оружие для защитников республики. Они же добились освобождения из молдавской тюрьмы приднестровских депутатов. Спустя годы о подвиге приднестровских женщин напишут книги, сложат песни, снимут кинофильмы. Вот цитата из книги первого президента республики Игоря Смирнова «Жить на нашей земле». Женщины Приднестровья, организовавшиеся в женский забастовочный комитет во главе с Галиной Андреевой, без преувеличения совершили тогда подвиг, выдержав все трудности, все опасности, в том числе и опасность расстаться с жизнью. Среди государственных наград Галины Андреевой – Орден Республики, Орден Почета за личное мужество. В 2017-м она пополнила список почетных граждан Тирасполя. Галина Андреева родилась не в Тирасполе, но в одном из интервью она призналась, что за долгие годы жизни здесь город стал для нее по-настоящему родным.